Я отошел от вертолета на полтора десятка шагов и уселся на шершавую, потрескавшуюся землю. Черная волна мимоида тяжело вползла на берег, расплющилась, стала совсем бесцветной и откатилась, как бы нехотя уступая место следующей. Океан, сверкая, простирался до самого горизонта. Никогда я так не ощущал его исполинской реальности, чудовищного, абсолютного молчания. Подавленный, ошеломленный, я погружался в, казалось бы, недоступное состояние неподвижности, все стремительнее соединялся с этим слепым колоссом и без малейшего насилия над собой, без слов, без единой мысли, прощал ему все. Я ни на секунду не верил, что этот гигант, который уготовил в себе гибель многим сотням людей, которому десятки лет вся моя раса напрасно пыталась протянуть хотя бы ниточку понимания, будет тронут трагедией двух человек. Что же теперь? Быть часами, просто отсчитывающими время? Превратиться в механизм, заведенный отчаянием любовью? Знать, что ты маятник страдания, которое становится чем глубже, тем комичнее от множества повторов? Повторять человеческое существование? Пусть так, но повторять его. Как пьяница повторяет избитую мелодию, бросая все новые медики в щель игрального автомата. Но уйти значило отказаться от этого исчезающе маленького, может быть, только в воображении существующего шанса, который скрывало будущее. Итак, годы среди предметов, вещей, до которых мы оба дотрагивались, помнящих еще наше дыхание. Во имя чего? Надежды на ее возвращение? У меня не было надежды. Но я твердо верил в то, что не прошло еще время ужасных чудес.